вечер, дорогие друзья. Мы очень рады, что сегодня собрались мы по знаменательному событию, потому что в нашем городе таком талантливым людьми, поэтами, писателями, композиторами, очень много у нас талантливых людей. И вот одного из них мы сегодня будем с вами как бы представлять. И сегодня, я считаю, на мой взгляд, рождается новый писатель нашего города. Это Наталья Евгеньевна Илюшенкова. Ну, я думаю, что здесь присутствующие все ее знают, но, наверное, не очень знают, когда она родилась, какая она была маленькая, чем она занималась в детстве, чем она интересуется сейчас. И мы сделаем маленькую презентацию. Пожалуйста, мальчик. В далеком 65-м году в нашем городе родилась девочка Наташа. Родилась, стала расти, естественно, и дальше пошла в школу. В какой школе училась? 26-й. 26-ю школу закончила. Вот. И дальше, это в 73-м году закончила? Нет, в 72-м пошла. В 72-м пошла, это первый класс, да? Вот. И теперь, наверное, выпускной. Покажи. Вот. Вот такая выпускница 10 класса. Пошла по стопам своего отца. Наташа тоже захотела быть журналистом и поступила в университет, в Московский университет на журналистику. Вот. И давай покажи. Вот студенческие годы. Наташа закончила университет и вернулась, естественно, сюда, к нам, в Рыбинск, начала работать в газетах. Вот. Я с ней познакомилась, когда она работала в газете «Металлист» на заводе полиграфических машин. Вот. И потом одна газета, другая газета, масса всяких увлечений. Вот. И сейчас Наташа, покажи, сейчас Наташа работает редактором газеты. Та же Рыбинская правда, как и было при отце. И очень хорошо, что эта традиция сохраняется, и что из поколения в поколение у нас, так сказать, Рыбинская правда не чахнет. И Рыбинская правда существует. Вот. Потом Наташа вышла замуж, стала мамой. Вот ее сын присутствует здесь, Ванечка. Вот такой вот сынуля. Семья очень хорошая, дружная. Вот эта семья Наташина. Так что вы не только, так сказать, это самое устно, но и наглядно увидели нашего автора. Встречаем Наталью Евгеньевну. 1988 году, когда закончила университет и начинала и литературную деятельность, я писала тогда стихи, прозу я стала писать только недавно. И со многими здесь мы вместе ходили в литературное объединение. Вот. Я выступала как на мероприятиях, организованных обществом книголюбов. Такое было, и с Алексеем Васильевной много мы проводили мероприятий. Я ведь входила, вот сейчас видела Юлию Ивановну, в краеведческое общество любителей истории. Да, любителей истории, Клео оно называлось. Сейчас как посмотрела, и действительно столько обществ различных входило, что я даже сама о них забыла. Ну, единственное, Марина Борисовна, я ее поправлю, я родилась на самом деле не в Рыбинске, а в Смоленской области. Но уехали мы оттуда, когда мне было 2 года, потому что мой папа, который учился заочно на факультете журналистики, получил направление в этот город. Ну, в том числе и с целью получить квартиру. С тех пор моя семья вот здесь живет. Конечно, моя такая бурная общественная деятельность немножко приостановилась после того, как я вышла замуж, родила, уже столько времени не было. Но я даже умудрилась стать депутатом в 2005 году вот с Александром Викторовичем в одном созыве. Он, правда, уже сейчас 3-й созыв, а я ограничилась только одним. Ну и даже я немножко посидела в тюрьме, собственно, что и дало толчок для написания этой книги. Ну вот, все, пока. Так, а сейчас мы просим сюда выйти члена Союза журналистов России Александра Сысоева. Вроде
знаю ее очень много лет, но не знал, что ее дарование, в общем-то, бесконечно. Знал ее как журналистку, знал ее как поэтессу, оказывается, она теперь еще и писатель, автор детективов, по крайней мере, идет. Ну вот, много времени я вас занимать не буду, хотел я вот о чем сказать. В 2000 году в газете «Золотое кольцо», где работала Наташа в ту пору, исполнилось 10 лет. Вышел сборник, вот так он назывался, «На золотом кольце сидели». В этом сборнике посвящение журналистам, которые, в принципе, и делали «Золотое кольцо» золотым. И вот что написали наши коллеги, автору газеты «Золотое кольцо» Наталье Илюшенковой. Пишет редко, но метко, не боясь трудных тем. Если уже и в разведке, в ОВД, ФСБ, но хватает знакомых. Круг общения широк. Кто-то ходит в погонах, но кто-то тянет свой срок. Ну, в общем, прошло 14 лет с тех пор. Но эти строки не потеряли своего блеска, по-прежнему сияют золотом благодаря таланту Натальи. Она за эти 14 лет стала и побывала и редактором «Рыбинских известий», а затем создала и возглавила, и до сих пор выпускает свою газету «Рыбинская правда». Вот. И я, Наташа, пожелаю тебе, чтобы и в журналистском твоем творчестве, и на писательском поприще у тебя по-прежнему все блестело золотом. Спасибо. Спасибо. А сейчас мы пригласим поэта. Александр Литов, пожалуйста. Вот. Он нам исполнит, я надеюсь, какие-то интересные песни. Первая песня на стихи нашего известного поэта Юрия Левитанского. Бывает ли это теперь? Бывает ли это теперь, как прежде когда-то бывало, что вьюга в ночи забывала и негде укрыться в пути? Случается ли это теперь, как прежде когда-то случалось, чтоб снежная ветка стучалась в ночное слепое окно? Бывает ли это теперь? Конечно, бывает, и вьюга в ночи забывая, и негде укрыться в пути, и долго в ночное окно мохнатая ветка стучится, да все это может случиться, но только уже не с тобой. Ощущение, что я всю жизнь знаком, взрослую пору, понимаете, или, по крайней мере, с тех пор, как я стал работать в милиции, вот, следователем, вот, то есть давно. И не ругались, спорили, но искренне уважали друг друга. Мне так кажется. Да, это так. Мне так кажется, что искренне уважали друг друга. Вот. И поэтому я доволен то, что меня сюда пригласили, да,
вот, в связи с изданием этой книги. Честно говоря, я, как вот сказать, я не люблю детективы нынешние, современные. Я не люблю фильмы детективы, ментовские войны. Я не люблю другие детективы аналогичного плана, так же, как и не люблю книги. Или какой-нибудь детектив должен быть совсем уж частный-причастный. Почему? Потому что про нашу милицию, нашу полицию довольно трудно писать. Трудно писать. Разные на нее взгляды, разное все. Вот. Тем не менее, вот книгу ее я, к сожалению, просто не успел до конца дочитать. Она большая, но я половину прочитал. Залпом прочитал. Интересно, по-боевому, захватывающе, хочется что там дальше заглянуть, что там, как там, понимаете, да, и я уверяю, я ее дочитаю все равно до конца, хоть это и детектив, в том смысле, который, ну, имеет известную направленность, да, вот. Не все у нас милиция, у нас полиция, не все такие, как в этой книжке. Не все. Всякие есть. Всякие. От которых еще и в былые времена я проработал в милиции немного, 34 года проработал. Избавлялись и сейчас избавляются от всяких, которых попутчиков и так далее. Избавлялись. Вот. И сейчас, наверное, есть такие же, да? Хотя, если судить по руководству нынешней нашей полиции, вроде тоже очень жестко, строго и так далее, да. Но, тем не менее, книга получилась, книга умная, книга, как при социалистическом реализме, нацеленная в будущее, понимаете? А главное, книга талантливая. Ее просто интересно читать. Я полностью согласен, что и поздравляю себя, что у нас в Рыбинске, и я знаком с таким замечательным автором. И смею надеяться, это не последняя книга. Будут еще. Поэтому хочется прочитать. Спасибо за книгу. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что мы с вами знакомы. Удачи вам, счастья. Спасибо, Владимир. Владимир Семенович, мы познакомились, когда я только начала сотрудничать как корреспондент с милицией. Ну, естественно, там же много всего интересного, что можно было описывать. Тем более шла передача 600 секунд. Я подражала Борису Невзорову, Александру Невзорову. Вот, и много делала с ними программ. И вот когда был, скажем, их век, до прихода того человека, который послужил прообразом не очень хорошего начальника полиции книги, вот до прихода этого человека, когда был век Владимира Семеновича, вот Владимира Алексеевича, или иногда даже Александра Алексеевича Киселева, хоть мы с ним то в плохих отношениях, то хороших, вот я ничего не могу сказать плохого про ту эпоху. Спасибо, Владимир Семенович. Я многому научилась, и процентов 30 в детективе благодаря вот сотрудничеству с ним. То есть я знала эту работу. Ну, как все талантливые люди, они не ограничиваются какой-то одной деятельностью, да? Так и наша Наталья Евгеньевна, она помимо того, что хороший журналист, наверное, хороший писатель, я так надеюсь, что будет, но она еще и поэт. Она пишет стихи. Сейчас мы несколько стихотворений послушаем в ее исполнении. Пожалуйста. Ну, я начну со стихотворения, которое я написала 18 лет назад, когда последний раз была на Украине, но оно очень актуально сейчас, поэтому я с него и начну. «Киевские каштаны» посвящается моей украинской подруге Елене Миленевской, урожденной Остапенко, с которой мы вместе учились, и которая уехала потом туда. «Какие в Киеве каштаны, я их на память украду, и по бульвару, по Майдану, по Киевской Руси пойду, и снова остается тайной, как неразгаданная грусть, что есть Россия, что Украина, и чья же Киевская Русь. Чей князь был мудрый, чей был главный, чья слава к небу Русь вела, и чьих
пещерах древней лавры святых покоятся тела. А воздух здесь вишнево-пряный, и от украинских щедрот так звонко падают каштаны у самых золотых ворот. А следующее стихотворение. Я вообще вот после того, как выпустила такую небольшую книжечку в 2001 году, я практически перестала писать стихи, и потом написала несколько циклов. И вот есть у меня один любимый цикл, он написан после книги, после прочтения книги «Властелин колец». Я написала цикл «Властелин колец». Вот одно из стихотворений из этого цикла. «Встал Изенгард из тумана, зло собирая внутри, мечутся в гриве Рохана сполохи древней зари. Там, среди крепостей горных, снова сгущается мгла, полчища воинов черных, полчища воинов зла. Но колдуна Сарумана гордый народ победит. Вон на равнинах Рохана слышится топот копыт. Всадники светлые лица, кони их белая масть. Каждая битва, как птица, может взлететь и упасть. Зло в этом мире не ново, просто меняет свой лик. Каждая битва, как слово, или навек, или на миг. И ничего не случайно, свой пожинаем посев. Каждая битва, как тайна, или одному, или всем. Пал Изенгард, и в Мордоре тоже рассеялась мгла, тьма. Кони опять на просторе, настежь открыты дома. Все хорошо, только странно, тягостно сердце мое, словно герою Рохана в спину метнуло копье. И вот когда я готовилась к презентации, вдруг неожиданно, спустя, наверное, много очень лет, я вдруг снова написала стихотворение, оно какое-то, наверное, итоговое будет. Оно написано буквально неделю назад. «Хочу прожить остаток жизни ярко, соединив со славой благодать, чтоб в миг, когда пора шагнуть подарку, где ждет судья, себя не упрекать. Надеюсь, что Господь придаст мне силы стоять за правду до конца горой. Велик ли грех, что мало я любила того, кто отрицательный герой? И грех ли, что смирение с послушанием презрело, помогая сгоряча всем тем, кому не вынести страдания без дружеского сильного плеча? Осудит ли Господь за то, что бабой мужчинам звать себя я не дала, за то, что быть застенчивой и слабой я не хотела, да и не могла? И разве гордость к пагубному тленью ведет всегда? Нет, жребий есть иной, приличнее привыкнув к поклонению считать себя великой, чем святой, не претендуя на хвалу и святость, до смертной точки буду утверждать, что нам Господь не поручал предвзятость, не так уж часто запрещал карать. Он нас просил любить всем сердцем жарко, всей кровью веру светлую отцов, а жизнь прожить стремительно и ярко, лишь изредка прощая подлецов». А сейчас мы попросим выйти сюда. Пожалуйста, Евгений Розов, поэт. Здравствуйте, я же замужу, что впереди, да? С тех пор много лет прошло. Даже, конечно, просто человек вырос. Поэзия, проза. У нас, конечно, много книг. Вот, у нас наши будут появляться нечасто. Большая проза. Буквально два романа за эти 5 лет последние вышли. Эта книга ее, она, конечно, тоже останется. Книга смелого человека, книга самого смелого журналиста в нашем городе, да? Книга, одевающая многих, книга, зрящая многих, выставленная книга, если она почитается, очень высокий количество уровень, книга принесла Огромное спасибо за это. Сейчас мы приглашаем заместителя председателя муниципального совета нашего города Александра Викторовича Соколова, депутата. Пожалуйста. Сегодня я поймал себя на мысли, что да, действительно, наш город богат. Он разнообразен, он богат. Как разнообразный город богат разнообразными талантами, причем совершенно правильно было сказано, что Наталья Евгеньевна наживается сразу несколько направлений. И вот коллеги как бы говорили о ее патриотизме, коллеги говорили о
ее поэтическом даре, стихотворно, журналистка. Мы это все знаем, но я хотел немножко проговорить другое. Безусловно, те события, о которых пишет Наталья Евгеньевна в этой книге, они отчасти основаны на реальных событиях, но, как принято говорить, да, все совпадения случайны и не несут за собой реальных героев. Но реальные герои просматриваются. Единственное, что вот, ну, и, наверное, тем людям, кто знает любит давно, и молодежи, вот Наталья Евгеньевна говорила, да, и Владимир Семенович, по-моему, говорил, да, про Махатму Ганди. Вы говорили, нет? Значит, мы говорим о том, что да, действительно, в Рыбинске очень много было заключенных. Наши традиции не убить ничем, никакой перестройкой. Я к чему звоню, открою для вас еще один интересный факт. По крайней мере, в Центральном федеральном округе, а может и во всей европейской части Российской Федерации, город Рыбинск — единственный город, где за время новейшей истории России, с 91 года, три главы города реально сидели и реально находились в местах не столь отдаленных. Это Владимир Иванович Дунаев, соответственно, Евгений Николаевич Лешков и нынешний глава Юрий Васильевич Ладыгин. У всех исход разный. Я надеюсь, что и по Юрию Васильевичу будет вынесено справедливое решение правоохранительными органами. Но и в этом плане город Рыбинск свой след на карте России оставит. Поэтому Наталья Евгеньевна, от Сумы до Тюрьмы, как говорится, русская народная пословица, она в очередной раз проявила. И мы это все знаем. Но опять же, наверное, чтобы не удалиться далеко от темы нашего сегодняшнего мероприятия, безусловно, я уверен, что те из вас, кто прочитает книгу, а я так, тоже должен признаться, что до конца ее не прочитал, но то, что публиковалось ранее в разных выжимках, примеривая на реальное происходившее какое-то время назад в городе Рыбинске, я должен вам сказать, что Наталья Евгеньевна, она постаралась присущей ей доли иронии, но и опять же и доли справедливости, и доли правды все эти события изложить. Почитайте, вам будет интересно, поэтому будем учиться на чужих ошибках, чтобы не повторять их в дальнейшем. Так как Конан Дойль писал главную 100 страниц, я не смогла, я растянула книгу на такое количество страниц, что мне позвонили с типографией, мне срочно пришлось 120 страниц убирать, когда она уже была в наборе. Вот. Но что, как она создавалась, то есть предысторию все вы уже услышали, она описана в первой главе. То есть то, что происходило со мной, с моей семьей в 2005 году, когда я собиралась баллотироваться, когда я разоблачала некоторых нелицеприятных, так сказать, политических деятелей в Рыбинске, когда меня, ну и в том числе одного из начальников тогда еще милиции, вот я вот начальник милиции, сговорившись с одним из местных виноводочных олигархов, вымышленного, скажем так, города, который называется Рыбацкий, они подставляют журналистку с деньгами и, значит, сажают ее в тюрьму, изолятор временного содержания, временно, как положено по закону, чтобы потом отправить следственный изолятор. И в этом изоляторе временного содержания там более 2 суток нельзя сидеть. Потом по разрешению суда еще 3, но больше 5 нельзя. И вот за эти 5 суток, которые она там сидит, она прокручивает свою последнюю журналистскую деятельность, понимает, что она зацепила какое-то преступление, но какое, понять еще не может. И чтобы ей, что готовится, что ее устраняют, потому что готовится страшное преступление. Вот. И она понимает, что чтобы его раскрыть, ей просто надо убежать из тюрьмы, вернее, из изолятора временного содержания, она совершает побег. Вот. И далее на протяжении, значит, 1,5 глав она очень быстро раскручивает это преступление, разоблачает крупную махинацию, когда, значит,
готовится лекарственное средство, с помощью которого дети получают инвалидность и их отправляют за границу якобы для лечения. Но я не буду рассказывать, потому что это просто, да, это просто не будет уже интересно потом читать. Но вот когда я начала, я написала главу еще немножечко в 2006 году, то есть когда вот вышла из тюрьмы, но потом сын пошел в школу и началась депутатская деятельность, мне просто было некогда. И в прошлом году я усилием воли заставила себя сесть, нет, не в прошлом году, в этом, в феврале, и дописать произведение. Когда я, значит, публиковала первые главы, я, честно говоря, уже даже подзабыла, что у меня вначале так. Вдруг мне звонит Евгений Николаевич Движков. Наталья, ты что меня чумой назвала? Я не могу понять, о чем он говорит. А как раз начинался праймерис. Вот ты меня там, господи, потом я соображаю в книге мэра фамилия Чумнов, поскольку у него такой вздорный характер, его все зовут Чума. Евгений Николаевич моментально решил, что это он, и предъявил, так сказать, мне сатисфакцию. Мне пришлось его успокоить, я сказала, что Евгений Николаевич человек по фамилии Чумнов в этой книге, это вовсе не отрицательный герой. Он достаточно положительный, там, но такой, какой есть. Вот. Ну, в общем-то, все, может, какие-то вопросы есть? Не представьте, пожалуйста, художник. Да, ну, как бы реальные действующие прообразы как бы героев некоторые должны были прийти. Например, адвокат мой очень хороший, ведьмаков, Сергей Андреевич, ну, тоже вот он не смог. Человек, который мне помогал как частный детектив, сейчас работает в Ярославле, в газсервисе. Но пришла художница, моя подруга, которая нарисовала вот эту картинку интересную. Причем мы с ней договорились, что главная героиня не должна быть красавицей, как вот принято, ну, там, Дарьей Донцовой и прочих, а должна быть самой обыкновенной, которая оформила книгу Наташа Ромашова, художник. Мне было с Наташей очень приятно работать, потому что... Сейчас объясню, почему. Потому что мы действительно подруги, дружим много лет. А вот этот вот период, описанный в книге ее попадание в тюрьму, я помню, как я нервничала, как я психовала, как я кричала на нее, да как ты можешь так рисковать собой и своим ребенком. Вот. И когда Наташа мне предложила оформить книжку, естественно, я взялась с удовольствием и это сделала, что помогла, как могла. Вот. И что я еще хочу сказать. У Наташи, сейчас говорили, как о талантливом поэте, писателем, деятелем. Я хотела сказать о ней как о друге. Понимаете, мне очень с ней повезло. Потому что да, это такой человек, который единственный в моей ситуации очень тяжело, единственный, который подставил мне свою плечо, который мне помог и помогает до сих пор. И это, вы знаете, это очень много стоит. Вот. Что я хочу сказать. Мне многие мои знакомые, у меня много знакомых по Рыбинске, подходили и говорили, зачем ты с ней дружишь? Она сумасшедшая. И так далее, и тому подобное. Вы понимаете, я каждому человеку, я всегда говорю одну и ту же фразу. Я знаю, что этот человек, если он считает, что он делает справедливо, он будет сражаться до конца. И это правда. Вы понимаете? Настолько честного, неподкупного и порядочного человека в жизни, я вот даже не могу привести пример, даже я таких не знаю. Это действительно честный, порядочный человек, который будет бороться за правду, несмотря ни на что. И большое ей спасибо. И я надеюсь, что это будет не последняя ее книга. И если она мне предложит работать еще раз с ней, я с удовольствием это буду делать. Мэри не переполох, мэр вздыхает тяжко, ок, депутаты, али.